первый день, сегодня жарко, сейчас вроде тучи нашли, чуть стало прохладнее. В офисе у нас и вовсе душно, что постоянно проветриваем, открываем дверь. Ну, обычный офисный день, вот, оформляем какие-то документы, директор департамента у нас собрание сейчас, что не частенько бывает. Ну, так что всех приветствую, кто смотрит это и кто задействован в этом проекте замечательном, организованном нашими студентами, инициативным. Вот. Так что всем хорошего окончания рабочего дня.